Всем привет, с вами Зонг, приветствую вас. У нас новая новость. Galspan Mining In a surprising development, the Frontier Gate has been reopened ahead of schedule. Gate Industries told Tachyon News Service that the necessary part was located quicker than expected. They are still investigating the cause of the gate malfunction. Regardless of the reason, New Vegas resort owners and hundreds of travelers are relieved to once again have direct access to the frontier region. Ну, видите эту картинку? Это была база Новый Вегас. Мы еще туда обязательно заглянем. Ну, а пока работа, работа, работа. Magellan Shipping wants one competent star pilot to escort a convoy from Alpha Starbase to Hera Station. Duties include protection of ships and associated cargo, destruction of unlawful opposition, and navigational assistance in the event of equipment malfunction or natural disaster. Нам дают медиум лазер. Вот это уже кое-что. И также плазма рокет. Весьма, в общем-то, эффективная против больших кораблей. Эх, если бы можно было ее бы сюда попоставить. Ну, пока просто купим про запас. Ловушки. Ну, можно купить, пока слоты свободные. Так, от них не то чтобы уж сильно много проку. This is Alpha Patrol to Logan. You're a registered escort Magellan train convoy to Hera Station. Please acknowledge. I got you, Alpha. Magellan convoy, this is Jake Logan. I'll be your escort to Hera. Get those engines burning and we'll be there in no time. Good to have you with us, Logan. Should be a quick ride. This cargo is pretty sensitive. Just keep us out of trouble, okay? Да прыгайте вы уже. Пошли. Listen here, Logan.
По счастью, пираньи, по сравнению с нашим истребителем, соперник не очень серьезный. Хотя они и были вооружены хорошими ракетами. Все птички на месте. Глаз радуется. All right, Magellan, you should be safe from here. I'm heading back now. Thanks for your help. We'll keep you in mind for more contracts. It's nice to know there's at least one honest merc around. What with slime like that Leon running loose? А я поясню одну вещь. Как вы заметили, наниматель данной миссии была база Альфа. То есть то, что мы приняли сторону Бора, не означает, что мы теперь не можем работать больше ни на кого. Мы не можем только работать теперь на Гаусспана. А все остальные задания, лиц, которые напрямую, так или иначе, не втянуты в конфликт между корпорацией и колонистами, мы работать на них можем. Соответственно, эти независимые задания, они не влияют на то, за какую сторону вы играете. Выполнять их вы вольны или нет. То есть вы можете их не выполнять, идите дальше по сюжету, игнорируя эти задания, они не обязательны. Но они приносят деньги и некоторый интерес, а также разблокировку оборудования, как сейчас видите. Ничем они не отличаются, если вы играете за одну сторону, кроме того, что на каком истребителе вы его выполняете. В диалогах это, наверное, можно сказать, к сожалению, никак не отражено. А на сегодня это все. Всем пока.